Привет всем подписчикам, желаю всем хорошего дня. Завтра пятница, значит, можно будет наконец-то отдохнуть и зарядиться позитивом от выходных. Жизнерадостную девушку на этом видео зовут Диана Халикова. Сейчас ей 32 года, 25 из них девушка провела в инвалидном кресле. История банальна. В 7 лет попала в ДТП, год провела в больнице. Вскоре ее маму лишили родительских прав, а Диану отправили в детдом. Но девушка не опустила руки, писала стихи, позже завела блог. Притом, как в текстовом, так и в видеоформате. Диана рассказывает как о себе, так и о проблемах, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью. И блог давно сошел со страниц интернета в реальную жизнь. Вместе с психологом Диана ведет проект «От сердца к сердцу». Рассказываю, естественно, про людей с инвалидностью, как к ним правильно относиться, бояться, не бояться, дружить, не дружить. Конечно, дружить, да. Но к каждому возрасту подбираю какие-то свои ключики, какие-то свои моменты, чтобы увлечь. Допустим, проводила для первоклассников, это был интерактив. Ну, например, я им говорила: ну-ка, закройте все глазки. Они закрывали. Я говорю: вот представьте, если человек совсем не видит, он примерно так себя ощущает постоянно. Диана работает СММщиком в московской фирме. В свободное время пишет стихи. Уже издано 3 сборника. В своем блоге она зачитывает отрывки из них или исполняет песни. Иногда участником ее трансляции становится дочка Мадина. Их эфиры полны радости и добра. Однако, как и все люди, Диана порой и плачет, и расстраивается. Иногда действительно руки начинают опускаться. Но потом ты смотришь, ну что будет, если вот все, да, сдаться, ничего не делать, сесть и смотреть сериалы 24/7. Ну ничего же не будет. А движение – это жизнь. Когда я двигаюсь, когда я работаю, занимаюсь своим ребенком, общаюсь с своим мужем, делаю какие-то проекты, пишу стихи, да, это моя жизнь. Жизнь этим наполняется. Диана – лауреат многих премий. За один только 2020 она получила «Доброволец-2020», «Филантроп», заняла первое место в конкурсе «Красота без границ». И это только часть всех номинаций. В этом году Диана твердо намерена закрепить свое жизненное кредо. Продолжать участвовать в разных проектах, работать со школьниками и помогать людям. Ведь, как она написала в своем стихотворении под названием «Каждый миг – это шанс», «Ты всего лишь песчинка, но что без тебя пустыня?» Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».